Затем я предлагаю тысячи даннават пранаму лотосных стоп моего Парамгуру Дева, Шрилы Прабхупады и всей Шри Рупаноги Гуру Парамгуры. And finally, I offer my pranam to all the Vaishnavas and Vaishnavas, Vaishnavas. В завершение я предлагаю свои поклоны всем Вайшнам и Вайшнаве.
Vedanti tattva rasatattva yat kyan atyam prameti parameti parameshwar. Sri Sukadeva Swami Maharaj, he said, those who know the truth say that there is Advaya Jnana Tattva, that is non-dual conscious reality. Шри Суда Госвами подсказал, те, кто ведают, говорят, что высшая реальность является Адвайя Гьян Таттвой, абсолютной и дуальной реальностью. The supreme reality is Advaya, non-dual. Высшая реальность является Адвай, не дуальной. It means that those who are situated in duality cannot know, cannot realize the truth. И посему те, кто пребывают под влиянием дуальности, не могут постичь эту высшую абсолютную истину. Иша, двоиша, самут, хрина, дандамо, хрина, бхарата. In Gita, see, Krishna said, the living beings who are fallen in the material existence, they are bewildered by dualities, which are characterized by icha and dvesha, attachment and aversion, desire and hatred. Кришна говорит в Бхагавад-гите, те, кто оказались в материальном существовании, они охмелены влиянием дуальности и испытывают привязанности и отвращение. Therefore, unless one's bhakti, one's practice of devotion is anyavilasita-shunya, completely devoid of any other desire, except for the desire to serve Sri Krishna, then unless one is free from all other desires, what will happen? Then icha, dvesha, smutena, dvanda, mohena, bharata, you be in duality, then you cannot realize Krishna, who is the Advaya Jnana Tattva. До тех пор, пока у человека присутствуют какие-то посторонние желания, кроме желания угодить Шри Кришне, до тех пор, пока он не соответствует определению чистого бхакти, а не абилашита шунья, он будет находиться под влиянием дуальности, испытывать ича, желания и двеши, какие-то отторжения. И поэтому он никак не сможет постичь Адвая Гьян Таттву. But only being free from material desire is also not enough to realize the prajapilasa of Rāṇāśana Sundara. Но избавление от материальных желаний само по себе не является гарантией, что человек сможет постичь праджавилас мурти Шри Кришну. For that, Braja Gopi's kripa is necessary. Для этого необходима милость Браджа Гопи. There are many persons who are free from desire. Есть много личностей, которые полностью свободны от материальных желаний. Каранта Рича, Будда, Прабудда Припалайя, Карабхаджана Чамаса. There is only Navayogendra, 9 мастеров мистической йоги, например, 12 махаджанов, 4 кумаров, they are the Mahajans. But they cannot realize the beautiful Nikunja Vilas. Но они не могут постичь сладкие игры Радхи и Кришны, Никунджа Вилас. To be free from desires and not. Поэтому недостаточно избавиться от материальных желаний. О Гурудева, ты приближенная служанка дочери Вришабхану Махараджа. And you have the authority to bestow her service to others. И ты обладаешь силой и авторитетом, чтобы поделиться служением с другими. So, O Gurudev, be merciful to me and grant me the opportunity to serve the lotus feet of Radha and sink into the ocean of Sevasukha in Radha's Vrindavan Nikunja. Гурудева, будь милостив ко мне, поделись со мной, одари меня возможностью служить Радхе и Кришне, совершать Никунджа Севу, испытывать Сева Суку. Радха Кришна Айти Сада Эйка Исуру Лира Рас Пашадите Дали Гуру. Радха Кришна Алма Атма. Радха Кришна — это одна атма, одна душа. But they are manifested by Krishna's Ajita Shakti. They are manifested in two forms, Radha and Krishna. Но это
это одна атма посредством Ачинтья Шаки, непостижимой энергии Шри Кришны, проявляется в двух формах – Радхи и Кришне. Несмотря на то, что обыватель, мирянин, может слышать о лилах Кришны и как-то размышлять о них с ракурса мирского понимания, but this is a great mistake. Но это будет серьезная ошибка с его стороны. The worldly activities you can understand, because this is the duality, world of duality. Мы можем понимать мирскую деятельность, потому что мирская деятельность — это среда дуальностей. But unless the chitta is free from dhanva, dhanva moha, the world of the duality, one cannot receive the beautiful pastimes of Radha Krishna and Braj Gopis. Но до тех пор, пока человек не избавится от дванды, восприятия дуальности, он не сможет должным образом постичь, осмыслить трансцендентные игры Радхи и Кришны. Но в любом случае, описание этих лил обладает огромной силой, шакти. So if one will hear from a qualified speaker with great adhar, great honor, если кто-то будет слушать из уст авторитетного повествующего эту катху, при этом испытывая почтение к этой катхе с величайшим адхаром, Braj Gopi's brain will come and wash out all the material contamination. Эта катха обладает такой силой, что према Брадж Гопи зайдет в сердце слушающего и вымоет всю скверну из него. This is the extraordinary power of the Srimad Bhagavatam. Вот это потрясающая сила Шримад Бхагаватам Харикатхи. Sri Krishna said in Gita, Brahma Bhuta Pasanatma Sanchati Nakanchati Samad Savesh Bhutesh Parapati Nalati Param. First, become completely free from all dualities. After that, you can get bhakti. Кришна в Гите говорит, сначала избавься от дуальности, затем ты сможешь получить бхакти. But Shukadeva Swami is saying, the glories of Srimati Radhika and Braj Gopis is so powerful. If you will hear with great faith and great respect, first bhakti will come and it will wash away all the worldly dualities. Но Шукадева Госвами говорит обратно, говорит, сила любви в Раджа Гопи и сила их славы так велика, что если человек будет слушать о любви в Раджа Гопи к Кришне, то сначала придет бхакти, то есть их према заполнит сердце человека, и вся скверна после этого отступит. We have been hearing how Шукадева Госвами in Prabhupada, in an indirect way, has the sprinkled all Srimad Bhagavatam with the Nam Guna Lila already. Мы уже слышали о том, как с помощью Парокшавада, скрытым методом, Шукадева Госвами, он вкрапил повествование о имени, форме, качествах лилы, Радхики и Враджа Гопи повсюду в Шримад Бхагаватам. Я хочу продолжать развивать эту тему, но так как сегодня праздник Гопаштам, я хочу сказать пару слов в честь этого праздника. So, Gopastami means the first day that Sri Krishna went with his friends, without his father or parents, into the forest to take the calves, not cows, cows are too big, he was still small, to take the calves out of the grass. Gopastami — это тот самый день, в который Кришну впервые выпустили пасти телят, коров ему не дали, потому что коровы были слишком большими для него. И без сопровождения взрослых Кришна смог уйти из дома в лес с друзьями пасти маленьких телят. So, this in the Gopajati, in the cowherd community, is like one rite of passage. И для общины пастухов вот этот первый день, когда мальчик идет пасти коров, это как ритуал становления его. Krishna has in three ages: Bali Lila, Govinda Lila, Kaisha Lila, babyhood, childhood, and adolescence.
Кришна есть три возраста, три периода: Балья, Пауканда и Кишор. So, младенчество, детство и юность. Gopastami is the day when Sri Krishna is proving to the world, I am not a baby anymore. И Gopastami — это тот самый день, в который Кришна доказал всему миру, что я больше не ребенок. Now I'm a boy. То есть я не младенец, я уже ребенок. And I will go out and take the cows and I'll play without my mother watching. И без сопровождения, без наблюдения мамы я уйду пасти телят сам. So it's a very beautiful stage in Sri Krishna's life as he's trying to assert his independence from mother. То есть вот этот сладкий период, в который Кришна пытается доказать свою независимость от родителей, от мамы. So on that day, Sri Krishna, he told his mother, it's okay. В этот день Кришна сказал, меня одевать. Меня сегодня не надо одевать, я сам одену свою дхоти. So then Krishna put it on. Натянул дхоти на себя. But it was all upside down and falling off. Но до этого мама каждый день одевала его. В этот день он сам оделся, но криво натянул его, там дхоти не спадала с одной стороны. Krishna looked at it. Кришна посмотрел на себя, как он выглядит. And then very fast he looked at his mother. И потом посмотрел на маму, так, ну ладно, последний раз, помоги мне. So then his mother told him. Мама перемотала, затянула потуже дхоти на нем. He said, I want to go out by myself into the forest with the cows. Кришна сказал, я хочу увезти телят в лес сам. Mother also said, why do you want to do that? Мама еще сказала, зачем тебе это, Кришна? There's no need. Your father and his king. No, actually, so many servants they didn't take up the cows. От слуги отца, наш твой папа царь, у него много слуг, они сами могут пасти коров. Зачем тебе выходить в лес? See, Krishna said, oh mother, I'm a goat, and this is my dharma. Кришна сказал, как зачем? Я же пастушок, и это наша дарма, пасти коров, поэтому я хочу исполнять свой предписанный долг и сам пасти. Маме не понравилась эта идея. Она поговорила с мужем. Ему тоже не хотелось отпускать Кришну одного в лес. Но Кришна очень настойчиво говорил им, что он хочет исполнять свою дхарму. И так колеблясь, мама Яшода все-таки согласилась. И они вот определились, что вот в этот день, самый в Аштами, он пойдет пасти коров. Во время благодатного месяца Картики. Мама Яшода подошла к Кришне рано утром. И сказала, в лесу очень много камней, всякой острых стеблей травы, я хочу, чтобы ты обулся сегодня, когда пойдешь на улицу. О, мама, how can I wear these shoes if the cows are not wearing shoes? Кришна сказал, как я могу пойти обутый, если коровы идут босые? They are worshipable for me, so I should not take more facility than that. If you make four shoes for every cow, then I'll accept. Нет, мама, так будет неправильно, что они объект нашего поклонения, они пойдут без обуви, а я пойду в обуви. Вот если хочешь, одень им обувь всем, на каждое копыто по сандалию, и тогда я тоже соглашусь обуться. Потом мама сказала, ты знаешь, в полдень станет очень жарко. И ты можешь получить солнечный удар. И тебя солнце это разморит. Этот слуга пойдет с тобой и будет держать зонт над твоей головой. Тогда выдели по зонтику и по слуге для каждой коровы. Для каждого теленка. Пусть их защищает. Иначе я не буду пользоваться зонтом. То есть он отказывался от обуви, от зонта. Then Sri Krishna with his friends and the small cows who are not and the female ones, not the male ones, they are too frisky. И Кришне не дали бычков, потому что они слишком шаловливые,
и буйный, поэтому дали только коровочек маленький. Кришна взял это стадо и вместе с друзьями подготовился покинуть город. И когда они подошли к воротам Нандагауна, слезы заструились из глаз мамы Ишоды. И Кришна отдалялся, а мама побежала вслед за ним. Подбежала, обхватила его, прижала к себе. She started touching his body, even then chanting, Om Shivaya. И чтобы защитить ребенка от всякой опасности, от глаз, от сглаза, она стала прикасаться к его телу в разных местах и заговаривать эти места мантрами. She told his friends, the older friends, O Subhadra, O Mandali Bhadra, or you stand in front, you stand on this side, you stand on this side, you stand behind. And you with the sticks and always protect him. And if there's any problem, you run and tell me. Мама сказала друзьям Кришны, вы охраняете его, постоянно следите, чтобы с ним все было хорошо. Окружите его со всех сторон и держите палки в руках. Если что-то случится, тут же сообщите мне. Кришне было стыдно, что мама так с ним сюсюкается перед друзьями. И мама целовала его все время в лицо. Кришна уже пытался отмахнуться от мамы. Мама, ну пора уже нам идти. So then Krishna began to walk again. И снова эта группа тронулась. Мама Ишода стояла и плакала, глядя на то, как ее сын впервые покидает деревню. Again, she ran after him. Снова она не выдержала, побежала. Побежала за ним. Сказала, Кришна, ты не позавтракал нормально, покушай еще немножко масла на дорогу. And she began to feed. Стала кормить его. Said, oh, mother, it's enough. Кришна сказал, ну хватит, мама. Yes, but you go so many hours without food, you could become hungry. Ты сейчас не знаешь, но через несколько часов ты проголодаешься. Лучше поешь про запас. Tell me exactly where you're going, and I'll send a boy with a tiffin for you. И скажи мне точно, по какой полянке вы будете, чтобы я в какое-то зафиксированное время послала вам слугу вместе с едой. Mother Ishoda won't let Krishna take a tiffin with him, because then it won't be fresh later. So it has to be cooked fresh and then given to a boy and he'll quickly run. Mama Ishoda не дает Кришне с собой сразу в лес еду, потому что она хочет, чтобы он всегда кушал только самое свежее. Поэтому она готовит позже и уже свежую еду посылает с кем-то в лес, чтобы он доставил Кришне. So then, see, Krishna, yes, mother, I'm satisfied. Кришна сказал, ну я уже наелся, мама. And Krishna began to move. И тронулся в путь. Anishta Shankini Bandhu Vidyani Bhavantihi. He said that where there is a relationship of love, then a person always feels, oh, something terrible, something undesirable might happen to my beloved. Говорится, там, где есть любовь, всегда возникает волнение о объекте любви. Все время кажется, что что-то плохое может случиться с объектом любви. Love means to be full of anxieties all the time. Любовь — это значит волноваться все время. We don't like Shantarasa. Нам неприемлема Шантараса. So as Krishna was leaving again, the mother Ishoda said, oh, what if something inauspicious will happen to my boy? И мама подумала, вдруг что-то плохое случится с Кришной. And she ran after him. И снова побежала за ним. And she said, come here, I want to give you something. И подтащила его к себе, говорит, мне надо что-то тебе дать. She was worried that there may be some bad influence of Navagraha. Она думала, вдруг планеты в нехороших знаках зодиака сейчас, вдруг какое-то плохое влияние они окажут на него. 9 planets. Наваграха, 9 планет. So there's one jewel that propitiates each of the deities of the Navagraha. It's 9 jewels. Yes. In one. 9. So Mother Ishoda tied onto the arm of Krishna one armlet with the 9 jewels to propitiate the Navagraha. В ведической астрологии есть специальный талисман, в котором 9 драгоценных камней, каждый соответствующий одной из 9 планет, и мама Ишода прицепила к предплечью Кришну эту Наваратну. So Lord Brahma said, Alola Chandrakala Sampana Malya Bhamsi Ratnanga Dampranaya Kelikala Vilas.
Krishna is wearing Navaratna. Господь Брама. Because his mother gave this to him to protect him from the nine planets of Navaratna. Описывает Брама Самхити Ангад, что у Кришны вот на предплечье такой браслет, вот это Наваратна, которую мама прикрепила туда, чтобы защищать его от неблагоприятного влияния, от неблагоприятного астрологического влияния. So by now Krishna was getting extremely embarrassed. His friends were all laughing. К этому времени Кришне уже было совсем не по себе. Все мальчики подшучивали над ним, смеялись. And then see Krishna disappeared into the forest with his friends and the cows, leaving Mother Yashoda with tears flowing from her eyes and milk flowing from her breast in separation from her beautiful boy. И Кришна ускорил шаг тогда, чтобы поскорее уйти, и чтобы мама не могла его снова задержать. А мама Ишода осталась стоять у ворот на Нагаон, вся заплаканная, провожая Кришну взглядом. So there are two Gopashtamis. Есть два Гопаштами. One when Krishna is almost five. Первый Гопаштами, когда Кришне около 5 лет. That time he takes up the cows. And then the next year when he's stronger and a bit older, then he took out the cows. То есть первый Гопаштами, когда ему доверили только телят, когда он еще был маленьким, а через год уже он был постарше, он вывел уже коров. So Krishna, he offers arati to the cows. Кришна поклоняется коровам, проводит им арати, кланяется им. Krishna does parikrama of the cows. Обходит их вокруг парикрамой. Krishna takes water and washes the feet of the cows. Моет им копыта. Why? Почему? Because the cows are his tickets to meet with Srimati Radharani. Потому что коровы это его предлог для встречи со Шримати Радарани. In the village it will be very difficult with all the elders and superiors and other witnesses there. Как он сможет встретиться с Радарани в деревне, где повсюду ходят люди старшие, много глаз чужих? So although Krishna is the son of a king and has no need to take the cows to graze, the reason he's Gopal, the reason he's Govinda, the reason he's Surabhi Radhapalayanta is Lakshmi Sahasrara. He's going out to take the cows, so then he can secretly meet with Radhika and the gopis in the forest of present. Krishna, prince, для него нет необходимости пасти коров. Он может сидеть целый день дома во дворце, но возможность выпасти коров это предоставляет ему шанс уйти из деревни, уйти в лес и там тайком встречаться с Радикой, с другими гопи. И поэтому он и Говинда, и Гопал. Now we return to our subject. Сейчас мы вернемся к нашей изначальной теме. Славы Шримати Радике в Шримад Бхагаватам. Yesterday we were discussing Yoga Mayam Upasritaha. Вчера мы слышали Йога Майям Упашритаха. How? See, Krishna took shelter of Yoga Maya. Кришна принял прибежище у Йога Майи. And he desired to perform the Rasa Lila. И пожелал явить Раса Лилу. Actually, it was Radhika who once said to Krishna, "Oh, I would like to see how you dance with all the gopis of Radhika." На самом деле, изначально это было желанием Шримати Радики. Она однажды попросила Кришну предоставить ей возможность посмотреть на то, как он танцует со всеми гопи. So, Yoga Mayam Upasrita, Krishna took shelter of Radhika. That means he's doing this lila to fulfill Radhika's desire. То есть Йога Майям Упашрита означает, что Кришна принимает полное прибежище у Шримати Радики, чтобы исполнить это ее желание. Но кто-то может сказать, но в этой же шлоке говорится, что Кришна принял решение. So here chakre is a creed, to the verbal root to do, and it is in the Atmanepada. Но тут этот глагол чакре упоминается в специальной форме атманепада. If the object of a verb is someone else, то есть если объект, на который направлено действие, это кто-то другой, then the verb will be
Parasmaipada. But if the purpose of the activity is for oneself, then it is in Arpanipada. Тогда форма глагола будет Parasmaipada, а когда действие совершается ради себя самого, тогда используется вот эта Atmanipada форма глагола. So Manaschakra, Krishna made up his mind to do this rasya for himself. Поэтому в этой шлоке говорится Manaschakra, что Кришна решил для себя проявить эту рас-лилу, потому что глагол в Atmanipada. Then how can you say he did it for Radhika? Тогда почему мы говорим, что он это сделал для Радики? Because Radhika is Krishna's Atma. Потому что Радика и есть Атма Кришны. And because Sri Krishna has towards Radhika tatsuka suki bhava. Кришна испытывает тацуки. Is only in her hands. По отношению к Радике Кришна испытывает тацуки сука бхава, то есть когда она счастлива, он счастлив. So yoga maya upasata. He yoga means sambhog maya rasa. Йога, meeting. Йога означает тот сам Бог, йога, раса, встречу. And man, that means to fullest extent. So who is yoga maya? That person in whom Sri Krishna experiences the rasa of sambhog, meeting to the fullest extent is Radhika. So yoga maya. Ма указывает на предел, то есть йога ма это та во время встречи, с которой Кришна испытывает сам Бог расу до полного предела. Then Shukadeva Goswami he says, Adrishvaka Madvantam Akhanda Mandalam Ramananam Navakunkam Aranam Banam Chatrakomala Gopirajitam Jagokalam Bhavadrisham Nalokaram. Sri Krishna saw the full moon. Шукадева Госвами говорит, что затем Кришна заметил полную луну на небосклоне. And it was like the face of Rama. Рама? Рама. И луна выглядела как лицо Рамы. So Rama means Lakshmi. Рама это Лакшми Дева. But if the word Sri or Lakshmi is in Vaikuntha, it means Mahalakshmi Devi. If it's in Dwarka means Rukmini, but if it's in relation to Braj, Rama means Radhika. Да мы уже слышали правила вчера. Если и слово Шри или Рама употребляется в контексте описания Вайкунтхи, тогда это подразумевает Лакшми Деви. Если это в контексте Двараки, тогда это относится к Рукмини. Но если действие происходит во Брадже, то это однозначно Шримати Радхика. So people say things like your face is like a lotus. Люди иногда говорят, у тебя лицо подобно лотосу. But the thing with which your face is being compared should be actually superior. Обычно то, с чем мы сравниваем, когда мы стараемся сделать комплимент, должно превосходить то, что мы сравниваем. Because your face is not exactly like a lotus. Потому что ни у кого нет лица как лотос на самом деле. If the thing with which is compared is inferior, then this becomes a fault in poetry. Но если сравнение делается с чем-то недостойным, то это, конечно же, будет недостатком поэзии. So you cannot say, oh, your complexion is like mud. Нельзя говорить, люди, у тебя цвет кожи подобные грязюки. This is not kavya poetry. Это не будет ни комплиментом, ни поэзией. So here it is not said Radhika's face is like the moon. It is said the moon is like Radhika's face. А тут говорится, что не лицо Радики подобно луне, а луна была подобна лицу Радики. So what does it mean? На что это указывает? That Radhika's face is more beautiful. Что красота лица Радики превосходит красоту полной луны. Then Varamchata Komala Govirajitam. See, Krishna saw the beauty of the forest. Кришна увидел красоту ночного леса. And seeing the moonlight shining off the silver sands of Yamuna, he remembered the glow of the beautiful form of Radhika. И увидев, как лунные лучи озаряют собой серебристый песок Ямуны, Кришна припомнил сияние, которое источает Шримати Радика. And then he thought, oh, I should not say the moon is like Radhika. This is not a good example. We can only say that the moon is like some light emanating from the toenails of Radhika. И Кришна подумал, как-то неправильно с моей стороны сравнивать луну с лицом Радики. Лучше
будет уместнее сказать, что Луна прекрасна, как сияние, которое источает ноготки на ногах Радики. So in this way, Yoga Maya Vasita, Krishna's heart is completely taking shelter of Radhika's beauty and quality. То есть сердце Кришны полностью находится в плену качеств и красоты Шримати Радики. Jagokalam Bhamadusham Manohara, and he began to play on his flute, and he called all the Vrajagopis. Кришна заиграл на флейте и созвал к себе всех Враджагопи. Now, as you know, when they came, when they arrived there at Bhaksipat, see, Krishna spoke, he did Vagvilas, that means pastimes of speech, Vagvilas. И как вы знаете, когда все гопи прибыли к вам в Шивату, Кришна явил Вагвилас, лилу своих речей. He wanted to see how the gopis would react if he just rejected them. То есть ему было любопытно, как гопи отреагируют, если он отречется от них, если он откажется от них. Sometimes when the hero and heroine meet, then they play their own role, and sometimes they play each other's role, that is called Viparita Vilas. При обычных обстоятельствах, когда герой и героиня встречаются, то они ведут себя соответственно своим ролям, своим полам. So, но иногда они меняются ролями, это называется Випурита Рати, Вилас. In the Parakeya mood, the hero is submissive and the heroine is contrary. The hero is always begging and the heroine is В отношении к Паракии всегда герой должен быть покорным, а героиня все время отказывается от встречи с ним. So, see, Krishna was thinking, I want to experience Viparita Bhagvilas. И Кришне хотелось испытать Viparita Bhagvilas, то есть все поменять местами. That would exchange roles in our conversation. То есть в поведении, в словах он хотел поменять роли. So Krishna was contrary, he was contrary, and he said, Swagatambo Mahavada Priyankim Karvalaiva. Welcome to the forest. Tell me, why did you come? И тогда уже Кришна начал себя вести строптиво, притворяясь, что он не понимает, зачем гопи пришли в лес ночью. И сказал, добро пожаловать, а что вы тут делаете? Because Raja Niesha Golubam Bhurasatma Nishayika. The forest is very dark and frightening. And full of dangerous animals. Ночной лес очень опасен, тут много хищников. Вратията, вратяннея, стоим среди сладила. So return to your village, don't stay here. Возвращайтесь в деревню, не оставайтесь тут. Sumadhima means you have very slender, beautiful ways. Sumadhima, вы с тонкой талией. Сисирачасмарики. By this, see, Krishna is saying, you see, I am a paka brahmachari. То есть Кришна хотел донести до девушек, что он пака брахмачари. I never associate with any ladies. Я с девушками вообще не общаюсь. And I have come to the forest at night to do tapasya. Я нарочно уединился тут в лесу ночью, чтобы совершать аскезы. And to do purascharana of my two-syllable mantra. И очистить мою двусловую мантру. Purushcharan is a vow where we chant many times. Purushcharan is a form of austerities, kneel, rules and regulations. Особенный врат такой, когда вы много раз повторяете одну мантру. So see Krishna's two-syllable mantra to worship his Ishtadev is Radha. И двусловая мантра Кришны, которой он поклоняется своей богине, это Радха. So he said, you are Sumadhima, you are very beautiful, so how will I be able to concentrate on my needs and my regulations and doing tapasya? То есть он хотел дать им понять, вы такие Сумадхима, такие красивые, вы будете меня отвлекать. Я не смогу концентрироваться на медитации, на мою мантру тут, в лесу. So in this way, see, Krishna spoke words with Nishaya Artha, that means forbidding the gopis to stay here. То есть вот таким образом он донес до них Нишед Арту смысл, который указывал на то, что он не хотел, чтобы они там оставались с ним. But his words also had Pratanamayi Artha. That means the same words but taken in another mood. Krishna was begging them, please stay with me. Но одновременно с этим у всех его слов был и второй смысл. Pratanamayi Artha. То есть смысл,
котором он выпрашивает их, умоляет их остаться с ним. Because Krishna is very clever, very cunning. Он очень хитрый. He's Vakdevataracharita Chittasattva. He's the deity of fine speech. Кришна сам бог ораторства и красноречия. So pratiyata brajam, return to Braj. Возвращайтесь во Враж. Pratiyata brajam, nehastiyam, not here stay. Return to Braj, not here. То есть он сказал, вернитесь во Враж, не тут оставайтесь. Pratiyata brajam, return to Braj, nehastiyam, not stay here. Возвращайтесь во Враж, не оставайтесь тут. But he said it quickly. Он это быстро проговорил очень. So then, after gopis, they said to him, "Why did you tell us to?" И позже, когда гопи обижены, ему говорили, зачем ты такое нам говорил? I did not say. I said, "Pratiyata brajamna, don't return to Braj. He asked, I am stay here." Он сказал, я такого не говорил, вы меня не расслышали, неправильно поняли. Я сказал, туда, там, домой не возвращайтесь, оставайтесь тут. Or do you have a misunderstanding? Просто недоразумение. So in this way, Krishna forbade them, and gopis were cutting his arguments. И Кришна таким образом спорил с ними, и гопи обрубали его аргументы. Then in the end, when Krishna was satisfied by hearing gopis, the shameless words. И когда на концу этого диалога, когда Кришна уже вдоволь насытился вот такими бесстыжими словами брача гопи. Because a heroine does not openly express her desire for loving pastimes. Девушке не положено открыто выражать свои желания в физической встрече. То есть она может что-то намеком так упомянуть, но никогда не открыто, потому что это вульгарно и нерасично. And but now Braj gopis have said, "Sri Chandanas Padaramrita Purakena Rasavalokita Charis Charitam." Oh Krishna, you have lit a fire of calm desire in our heart, and only a flood of nectar from your lips can extinguish it. Но сейчас Кришна довел их до такого состояния, так эмоционально разбил их, что сейчас они уже говорят, ты разжег пламя в наших сердцах, и ты должен потушить его нектаром своих уст. То есть они уже требуют от него, давай туши этот пожар, который ты сам разжег. Иначе мы умрем в пламени разлуки, как Сати. Просто наши тела сгорят в пламени разлуки. И ты будешь платить за это в следующей жизни. Что мы будем думать о тебе в момент смерти, мы тебя найдем в следующей жизни. So in the next life, we'll do it again and again until you accept us. И вообще будем это делать из жизни в жизнь, до тех пор, пока ты нас не примешь. Давай, не поступай с нами так, Кришна. Ты же все-таки наш друг. И друзья так с друг другом не поступают. Поэтому прими нас. So Krishna was very overjoyed hearing these sweet words of gopis. He forced them into the Vipulita Bhagavilas. Кришна был доволен тем, что ему удалось вынудить гопи сказать такие слова Vipulita Bhagavilas. And the moods which they are hiding. То есть то, что они обычно скрывают от него, он вынудил их озвучить. So Krishna was thinking, I am Vijay Govinda, I am victorious. Он был очень доволен собой, думал, я Vijay Govinda, я победоносен. Because actually that's why Krishna makes Radhika and gopis drink the Madhupana Lila, drink honey wine. Именно поэтому Кришна подпаивает Радику и гопи мадупаном, то есть медовухой. Because when someone becomes intoxicated, then the brake on the tongue is off. Потому что когда кто-то хмелеет, то тормоза с языка снимаются. And then the person can say any shameless thing. И человек уже может всякую бесстыжесть говорить. And because they are bewildered. Потому что человек пьян.
So see, Krishna, by his cruel words, he bewildered the gopis so much and made them speak. What should not have been? И своей жестокостью, своими жестокими словами, он вывел их из себя, то есть вывел из эмоционального спокойствия и таким образом заставил их говорить то, что они бы никогда не сказали при нормальных обстоятельствах. And it was Krishna Kaviraj's nectar for his ears. Это было медом для его ушей, то, что он услышал. So when Sri Krishna was satisfied. И когда он уже был доволен услышанным. Shukadeva Goswami says, Thabi samay thabi udara chastita priyakshita phulla mukivi achuta udara sadvija kunda didatir vyarocha chananka evo dubir vrita. Then Achuta Krishna. И тогда Ачюта Кришна. Ачюта means infallible. Ачюта означает неистощимый. So many meanings. У слова на самом деле множество значений. It can mean that Krishna never fails to satisfy all the desires of Krishna. То есть это Ачюта может означать, что ему всегда удается исполнить все желания в Раджа-гопи. Krishna never fails to give them some pain and problems. И что, а также может сказать, ему всегда удается как-то помучить их. But now that Achyuta, he began to smile. Сейчас этот Ачюта заулыбался. And he appeared like the moon surrounded by stars. И он сиял как луна в окружении звезд. And he began to glance at the gopis. И он стал поглядывать на гопи. And he was smiling and showing his the jasmine bud-like teeth. И улыбался ослепительной улыбкой, сверкая своими зубами, которые были подобны бутонам жасмина. So when Krishna was telling the gopis they should stay, he was speaking quite seriously. И когда Кришна говорил, что гопи должны остаться, он был серьезен. To convince them. What he was saying that they should stay. When they should go, sorry. Yeah. When he was sending them away. Когда Кришна отсылал их домой, он говорил очень серьезно, очень убедительно, чтобы они поверили, что действительно он хочет, чтобы они ушли. And sometimes he was smiling at them, moving his eyebrows to make them confused, to give them mixed messages. То есть то он серьезно говорил, вдруг начинал улыбаться, там двигать бровями и таким непонятным образом, чтобы сбить их с толку, они не понимали, он серьезно или шутит. But now Krishna was satisfied hearing their sweet words of praying. Now Udhara Rasa, big broad smile. Но сейчас он уже угомонился, он был доволен, он услышал то, что очень хотел услышать, и сейчас уже такая огромная улыбка сияла на его лице, которая всех успокоила, и все поняли, что он только шутил. Bihar of the Rasa Leela began. First Bihar. И началась первая. Prior to Krishna's later disappearance. То есть и началась первая часть Раса Лилы, первый Бихар, все. Потому что позже он исчезнет. But now our Goswamis give another explanation. Но наши Госвами по-другому трактуют эту лилу. Here he says, Tabihi with the gopis. Tabihi с гопи. Samay Tabihi. Samyata bihi. Samyata means joined together. Samyata, соединенные вместе. In other words, before he was standing there, they were standing there, and he was telling them to go home, and they were cutting his arguments. But now, Krishna smiled, he was Samyata, they joined him. Samyata, то есть он присоединился к ним, потому что до этого он стоял поодаль, убеждая их, что им надо обязательно вернуться домой, и сейчас он уже подошел ближе к ним. And he was blossoming in all smiles. Просто сиял, был очаровательным. But here, hidden, Shukadeva Goswami was saying, Samyata here, Samyata means joined together. Но скрытым образом Шукадева Госвами тут излагает следующее. Самита — это соединенные вместе. But if we break this Sanskrit word, то если разбить это слово into sa, ma, and itabihi. Sa, ma, itabihi. Itabihi means attained. Itabihi — обрел. Sa. Sa. With. С. Ma. 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 Rama. Rama. Ma is the name of Lakshmi. Ma это тоже имя Лакшми. So here the indication is, then Krishna attained Radhika. То есть тут скрыто сказано, что Кришна обрел Радику.
So what is hidden here is that when Krishna played his flute. Что тут скрыто, когда Кришна заиграл на флейте? All the Braj Gopis came. Все гопи сбежались к нему. But Radhika was not there. Все, кроме Радики, ее не было. Krishna looked around. Кришна посмотрел по сторонам. He was thinking, where is Radhika? Подумал, а где же Радика? So in order to stall the Rasalila until she arrived. И чтобы затянуть время, купить себе времени побольше, выждать, когда придет Радика. What are you doing here? Welcome. But why did you come? Что Кришна не собирался начинать ничего без Радики, поэтому ему надо как-то было выждать, когда она придет, и поэтому он завел вот этот разговор. То есть ему необходимо было выждать. Он убивал время вот этим разговором, потому что без Радики он не будет танцевать, не будет никакой Расалилы. So then, Braj Gopis, they are cutting the arguments of Krishna and they speak 11 verses. И таки, а гопи спорили с ним, ответили ему 11 стихами. Then, just as they were completing the 11th verse. И как раз, когда они уже завершали 11 стих, then, Sri Krishna saw Aishanantikavartini Suragire Ilavetanantahu Arrekin Kalyani Kanchana Rucham Udgar Gauri Disha Amgyatam Manipuradhaniva Bharavan Alijana Lankata Kantinam Paradevata Vilasitam Vrindata Vivindati. Krishna looked and saw that the whole forest was becoming filled with golden light. И Кришна взглянул, увидел, что вдруг весь лес покрывается золотой аурой. And seeing that everything had become golden, Krishna became confused. И увидев, что все стало золотым вокруг него, увидев это золотое сияние, where am I? Он подумал, где я нахожусь? Did I become lost and by accident I came to Ilavritavarsh? Может, я заблудился и вышел в долине Ilavritavarsha? So in Jambudweep, one place is Ilavritavarsh, and it is close to the Sumeru Parvat. Это долина. Sumeru Parvat is golden. And so the light of the golden mountain reflects and makes the forest of Ilavritavarsh completely golden. То есть это Ilavritavarsh, лес, расположенный у подножья горы Сумеру. Так как гора золотая, то она блестит так, и вот это сияние покрывает собой этот лес, и все там кажется золотым. What is this? Am I in Ilavritavarsh? Кришна подумал, где я, в Ilavritavarsh? Seeing this golden complexion everywhere? Вижу, и это золотое сияние повсюду. Then, Sri Krishna heard a sound. Вдруг Кришна услышал звук. Anekam mantra nada manjunu purada paskala samaja raja hansa vansa nekwanati gaura vilola hema kallari vidam vicharu chankrame karakari shasiyama kripakata shabhaja. Anekam mantra nada manjunu. So many mantras were emanating. Одновременно звучало много мантр. Mantras, Akarshini mantras, that steal the mind. Акаршини, специальные мантры, которые привлекают ум и сердце. And make you forget everything. Как заставляет это как заговор, заставляет человека забыть обо всем. Sounding like the warbling of the king of swans. Этот звук казался журчанием царя лебедя. So Krishna, Amgyatam Manipuradhaniva Bharavan. No, I am not in Ilavritavarsh. Now I understand. Кришна говорит, а теперь я понял, я не на Ilavritavarsha. From the sound of these beautiful ankurtas. По звучанию этих удивительных нупуров. Ali Janalankrita. Not only one ankurbel, ankurbel of Radhika, but ankurbel on one side of Radhika Lalita, the other side Vishakha, Chitra, Tamakulata, Rupa Manjari behind, Tosi Manjari in front, Radharani is coming with her. То есть он услышал не только звук нупуров Радики, а целый хор нупуров, потому что сбоку от Радики, с одной стороны от Радики шла Лалита, с другой Вишака, Рупа Манджари замыкала шествие, впереди шла Туласи Манджари, то есть Радика шла как главнокомандующий с фалангами своих сакьев. Decorated so beautifully with the nose ring, earrings.
очень нарядно наряженная, в самые красивые, изысканные. 12 types of gold ornaments from два даш абарана, соло-шринга. Сода-сасанга. 16 types of cosmetics. То есть 16 видов косметики на ней было, 12 видов золотых украшений. And жемчужина в носу. Канти нам парадевата вилстам бриндатави индати. It seems that the goddess of Kanti, the goddess of beauty, the goddess of the effulgence, herself has personally arrived to decorate and enjoy pastimes in this forest. И Кришне показалось, что к нему приближается богиня красоты и богиня сияния, что она решила сама поучаствовать в этих лилах и украсить своим присутствием весь лес. So then, but Shukadev Goswami cannot openly tell it. But Shukadev said, shh. Но так как Шукадев Госвами, он находится, он не имеет права рассказывать все открыто, потому что Радика сказала ему: никому не разглашай мои имена, имена моих саки. So in a hidden way, таби самей таби удара честита. Поэтому он вкрапляет вот эти намеки повсюду. It looks like Samaita. Krishna was joined with the gopis, but it's sa ma ita. Samaita. Krishna attained Radhika. And then he gave up his duplicity of cheating the gopis and became just Madhura. Now Radhika survived, we can begin this pastime. То есть окажется, что он говорит, что он с Кришна присоединился к гопи. На самом деле тут говорится, Кришна обрел Радху. После этого он перестал лицемерить и вот так мучить гопи, отсылать их обратно, принял всех и начал расалилу. So how the heart of Shukadev Goswami is so gambhir, so deep, that he conceals his ecstasy, but at the same time, in Paroksha Bhava, indirectly, for the Rasik Vaishnavas, he reveals the Naam, Rup, Gun and Lila of Shrimati. Насколько же гамбир, глубоко сердце Шукадева Госвами, что он может подавить свой экстаз и при этом вот это, преподнести эту расу для Расика Вайшнавов, чтобы они могли вкушать нектар осознания вот этих сокровенных лил Шримад Бхагаватам. So as you know, they began the first vihara pastimes. И начался первый акт их лил во время расалилы. But tasam tatsoma sovagamadam vikshamanam chakeshava prasamanam prasadaya tatraiva antadiyata. Radhika, seeing that Krishna was dancing, заметив, что Кришна танцует со всеми гопи, of the Vipakshan group, и даже с враждебной группировкой Випакшей, then Radhika was not pleased. Radhika расстроилась. And she frowned with eyebrows. Нахмурила брови. And seeing this, Krishna became afraid. Увидев нахмуренные брови Радики, Кришна испугался. And immediately he took Radhika alone. Тут же схватил ее и забрал с собой, уединился с ней, оставляя всех других гопи позади. So at that time, see, Shukadev Goswami describes the shock of gopis when they realized Krishna suddenly abandoned them. И Шукадева Госвами описывает вот этот шок, жуткое состояние Браджа Гоби, когда они осознали, что Кришна бросил их всех и исчез. 10.32. Второй стих. When Krishna disappeared with Radhika, когда Кришна уединился с Радикой, the gopis were just absorbed in remembering Krishna. Гопи погрузились в памятование Кришне. Akshipta chitta, pramada, they became in a state of complete distraction. Они полностью потеряли внешнее восприятие. And in their heart, they had spurti. То есть они отвлеклись от всего и только думали о Кришне, и в сердце они видели спурти. Of Krishna. Видели его в своем сердце. How Krishna got the anurag
смита. He smiles, full of anuga. Они видели его улыбающееся лицо, его улыбка была преисполнена любви. Манорамалапа, his charming speech. Вспоминали его очаровательные сладкие слова. Брахмабикшитай, his playful glances. Его игривые взгляды. And they became, hearts became completely overwhelmed, and they began to see Krishna in the heart. И они наполнились вот этим состоянием помедования и стали видеть его. Who is that Krishna? Кто этот Кришна? Here it says Ramapatis tasta vichesta. He is Ramapati. Рамапати. That is the husband of the goddess of fortune. То есть супруг богини удачи. But here we should take Rama as Radhika. Так как это во Врадже происходит, мы принимаем слово Рама, как обозначающее Радхику. So, especially the Manjuris, the maidservants of Radhika, when Krishna disappeared and Radhika was with him, but they, Radhika did not take them. Radhika takes her maidservants everywhere, but she went alone with Krishna. То есть, и особенно служанки Радхики, которые поняли, что Кришна исчез и Радхика исчезла, но она с собой их не взяла, хотя всегда берет с собой служанок повсюду. So the maidservants of Radhika in separation became absorbed in remembering Krishna's smiles and glances when he is Ramapati, when he is И поэтому, когда служанки думали о Кришне и вспоминали Кришну, они его вспоминали в контексте его встреч с Радхой, как он прекрасен, Рамапати, как он улыбается. The beauty of Krishna manifests in accordance with his associates. Красота Кришны проявляется в соответствии с присутствием его спутников. Lord Narayan is beautiful, but more beautiful with Lakshmi. Нараян прекрасен, но он более красив, когда он со своей Лакшми. But Lord Ramachandra is more beautiful than Lord Narayan. Why? Because he's with his Shakti Sita. Рамачандра более прекрасен, чем Нараяна, потому что он со своей Шакти Ситой. Dwarkadish is more beautiful than Lord Ramachandra because he's with his Shakti Rukmini. А Дваркадеш еще более прекрасен, чем Рамачандра, потому что он со своей Рукмини. So depending how much Shakti Supreme Lord is manifesting, then to that degree he looks more beautiful. То есть красота Господа зависит от интенсивности его Шакти. Чем полнее Шакти, тем красивее выглядит Господь. So, because Radhika is Krishna's Purna Shakti, Krishna's Purna complete beauty is only manifest when he's in the company of Radhika. А так как Радика это пурна шакти Господа, полная его в шакти, то он самый красивый только рядом с Радхой. So those maidservants of Radhika, they became completely absorbed in remembering the sweetness of Krishna with Radhika and they having the sporty of that И манджари медитировали вот на эти встречи Радхи и Кришны и созерцали красоту Кришны. In their madness, they were wandering here and there. Как безумные они бродили по лесу. Sometimes, when they were absorbed in the sporty, they became tyrannic with that sporty, and they began to imitate Krishna's pastimes. И они так концентрировались на вот этом помедовании Кришны, что иногда они чувствовали себя тадатмик одним. Они начинали ощущать себя Кришной и начинали имитировать его поведение. But they are being thrown around Gopi Bhavara Samrit Abdi Lahari in high waves of the nectar of rasa. Но так как они плавают в этих бушующем океане расы, эти волны их кидают то туда, то сюда. So sometimes the waves of that rasa make them go in internal consciousness and they become still. Half internal, external, then they imitate Krishna's pastimes. And then sometimes they come to external consciousness and then they start talking to the trees and flowers and asking them, have you seen Krishna? То есть состояние вот этих бушующих эмоций, они то уходят внутрь и отключаются от внешней среды, они неподвижно стоят тогда, созерцая Кришну. Потом они входят в такое пограничное полувнутреннее, полувнешнее состояние. В этом состоянии они имитируют Кришну. Затем, когда их сознание переходит на внешнюю среду, они начинают искать его повсюду активно, спрашивают деревья, животных, не видели ли они Кришну. This is what it means. Gopabhava, Samrit Abdilahari, diving in the waves again and coming out again. Because going internal consciousness and to half internal, external, and then external and back again. Это и означает нырять в волны океана Гопи-Бхавы, према-расы. То есть подныривают, они уходят во внутреннее состояние, выходят снова на поверхность в таком пограничном состоянии, потом опять испытывают внешнее состояние.
So, Vrati Gopi said, Malatya Darshi Vakatin, Malikeja Tiyutike, Pritimbo Janayan Yuta, Karasparshena Madhavaha. They asked Tulsi. You can ask, she was there. They said, Oh Tulsi, Kachi Tulsi Kalyani Govinda Chana Priya, have you seen Krishna walking this way, wearing the garland of your manjaris? Они даже обратились за помощью к Туласи. Вы можете у нее спросить, она засвидетельствует. Они спросили, о, вот это одна и Туласи, ты не видела Кришну, проходящего мимо, вот в гирлянде, украшенной твоими бутонами манджари? Но Туласи ничего им не ответила. Они подумали, наверное, она все еще в экстазе от контакта со стопами Кришны, так как она всегда украшает его стопы, поэтому она даже не слышит нас. And even if she were to hear us, she could not sympathize with us because she has no experience of separation. Tulsi is always with Krishna. И даже если бы она услышала наш вопрос, то сытый голодного не поймет. Она бы не могла нам сопереживать, потому что ей неведома разлука с Кришной. Она всегда у его ног. So Gopi said, Oh Malati, Oh Jasmine flower, Oh Malika, Oh Jati Yutika. These are all different types of white jasmine, which have different special И они стали обращаться за помощью с вопросами к разным жасминам, то есть это малати, дюи, там все это все виды жасмина, но с разными ароматами. Seeing that the flowers were blossoming and the honey was dripping from them, they thought, Karasparshena Madhava, did Krishna come here and give you joy, Karasparshena, by the touch of his hand? И видя, как распустились все эти цветочки жасмина и что с них капает как мед, они подумали, может, Говинда прикасался к ним рукой и спрашивал, тот Кришна проходил мимо и коснулся вас рукой, поэтому вы в таком состоянии. And then, now the other meaning. Karasparshena Madhava. Ma means Lakshmi, Radhika. Madhava, Madhava. То есть Ma опять это Лакшми Деви. Dhava means husband or Vallabha. Dhava это муж или Vallabha. So here Madhava means Radha Vallabha. То есть Madhava тут означает Radha Vallabha. Karasparshena by the touch of the hand. Караспаршена, он касаясь рукой. That is when we were children. То есть когда мы были маленькими. Radha, Krishna sat down next to Radhika. Кришна сел однажды рядом с Радикой. By a trick, Vishakha Sakhi tied Krishna's pitambara and Radhika's anchal together. И уловкой Вишака привязала одежду Кришны вместе, связала узел с одеждой Радхи. And we began to sing wedding songs. Мы стали петь им свадебные песни в шутку. And Krishna held the hand, Panigraha of Radhika. И Кришна взял за руку Радику, Паниграха, то есть как поженились. Караспарша означает, то есть жениться, когда ты берешь руку. So though Radha Krishna not married. Хотя Радха и Кришна не женаты. Gopis are saying, Oh flowers, did you see Krishna come this way with his most beloved Shrimati Radhika, who they when they were young children, they was a Karasparshena. Krishna accepted Radhika as his beloved in a play that is called the Devipati. Not husband, Devipati means play husband. То есть, и вот это, и Гопи говорит, о, мало те, о, цветочки, вы видели Кришну, проходящего мимо тут, который, то есть в детстве, когда мы сыграли такую свадьбу Радхи и Кришны, он стал ее таким мужем. Каттаяни Мамае, Девипати. Нанда Гопам Сутам Деви, Пати Мэй Курутенема, Деви here. Девипати. In Паракиравас doesn't mean Каттаяни is Деви. It means Devipati Purute Nama. Make Krishna my play husband. То есть сделай Кришну моим таким как игрушечным мужем, ну как для Паракия Расы, сделаем по моим супругам. Because Devipati. Dev comes from Divdatu, means Kridashil, playful. Слово Dev происходит от слова игривый, Kridashil. So just as Krishna is Bhava Grahi, one who accepts your moves, so he Devi means one who plays. Деви Пати, то есть Бхава Грахи Джанардана, то есть Кришна, который принимает настроение, тут Деви Пати, что это не женского рода, это Кришна. Деви Пати. Go Premanande.